Сравнивается счет 2-2. Вечера продолжает уничтожать тройку. Айзена. А тут еще. Первая половина карты сыграна. Отличные штрафы на выходе из портала и следом комп. Очень-очень хорошо сейчас, конечно, старался отстреляться, но, увы, ракета критическая залетела уже в Вайзера. А здесь следом еще и по спине. Также по кругу обойти и еще сильнее своего врага уроном наказать. Опа. Но здесь... При этом Никсал уже устремляется в сторону Меги, но здесь получает мощный выстрел. Шикарный флик, что оставляет агента почти без здоровья. И да, один выстрел. Занести хорошую сотню. Пока прыгал в сторону красного. И наконец-то первый фраг. Неудачная позиция все-таки. Здоровье. Можно было одну ракету занести. Не почувствовал, к сожалению. Осталась одна минута. Остается минута до конца, и здесь... Ох, критическая... Играет Мегу, ловит себя ракеты, но все же отправляет в обраточку. Хороший выстрел на Релисатрон. И еще один точный, и это уже третий. Выдержать. Тот напор, который в нее прилетает, хороший. Хорошая Релиса. Через порточку. Вот Бакстера, и вот это... О, Бакстер начал заносить релиз. И потихонечку уходит, пуская на утек ракеты, которые прекрасно попадают в цель. Вот это есть релиза. Ай, не получилось занести точный выстрел. Зато выходит сейчас. И в этой ситуации. Ай, какая сотня! Какая сотня хорошая, прекрасно. Ну, критические показания здоровья у Пепка. Это должен быть фраг, если Афина догонит, и Афина догонит. А, как сейчас фейканул Бакстер своей лебедкой. Должен доминировать. Недостаточно и... Ай, как же хорошо, как же хорошо. Афина на своей веревке подпрыгнула и уничтожила Никс. А следом ищи. У Данчиса немного есть, и тут он этим пользуется. Какой шикарный прокат по стенке сейчас был. Следом Лиса и еще одна. Ой, как здорово. В пиксель заносит Данчизор, но это не критично. Еще одна Лиса, и вот здесь должен убивать. Да, ракет. Уже поставил эту ролечку свою. Айзен. Недалеко от Хэви и очень-очень хорошо просаживает демеджем своего оппонента, но, увы, здесь не получается. Ай-яй-яй, не повезло. Не повезло Сайферу то, что своевременно турелька и плюс шарф его уничтожили, а здесь следом... О-о-о, какой шикар... Совсем без брони. И дожигает. Дожигает в этой ситуации. Цироваться. Оба сейчас не держат рельсу, но все же стараются выходить на агрессию. И в этой схватке Сайфер только первым делом своего пикера отправляет атаковать ее. А далее отличная перестрелка. И здесь за красный. Забрал штраф на шаг. Ой. Стычки сильно пострадал. Отдал оба айтема. Но все же смог отстреляться и сделать первого оппонента. Но все еще не получается сделать фраг. Притом Сайфер очень мощно. Ай, очень мощно навтыкал и нашвырял точнее. Но притом у Галины более хороший стек. Да и плюс вот этот тотем. Мега лежит. Сайфер с осторожностью простреливает все положения, где может быть враг. Услышал. Налетел и двумя ракетами. Не ведется. Хоть отдает оба предмета. Уже положил под себя тотем. О, какой хороший фейковый прыжок. И свечивает карту. Ах, как хорошо внес. Оба сейчас рискуют. Очень рискуют. И, увы, этот прыжок
Фриджи при этом устремляется в сторону Хэви. И там до тайминга еще остается какое-то время. Да, догоняет своего. Ребятам стоит отыгрывать осторожно. Ох. Летел. Стараясь ударить своим пикером строк в сторону Бриджи. Двое действия, ни один не идет на летящий огонь. Но, по крайней мере, до вот этого вот случая, когда... Сайфер вносит при этом... Ой, как он уходит от этих ракет? Они вот буквально ему в ноги должны были попадать, но... Первая кровь вылетит. Вот. Но все еще не дает Сайферу подсобрать хороший стек, да еще... О, отличная комбо. Перешахтил. И здесь рейнджеру сильно не повезло. Складки. О, продолжает на агрессии. Ой, ну как хорошо, как хорошо. Он сейчас перекрыгнул ракету и дожал своего противника. И всего 30 секунд до конца. Ой, какой подлодка. Влетела в Бакстера. Но при этом Сайфер сейчас в весьма невыгодном положении. Отлично, все-таки...